В конце прошлой недели в Нарвском замке департамент полиции и погранохраны провели конференцию, главной темой которой стала незаконная иммиграция и сотрудничество в области пересечения границы. Евросоюз высоко оценивает уровень профессионализма кадров, обслуживающих восточную границу Евросоюза. Эстонские пограничники обеспечены необходимой современной техникой. Погранслужба на внешней границе ЕС постоянно под напряжением, так как растет число попыток нелегальной иммиграции. В третьих странах, не входящих в Евросоюз, в консульствах Эстонской Республики усиливается проверка мотивов поездок тех или иных лиц в Эстонию. Помимо сотрудников департамента и полиции погранохраны Эстонской Республики, на конференции выступили и представители Европейского агентства внешних границ Frontex, а также представители пограничной службы Российской Федерации. Участники конференции определили пути укрепления международной кооперации для эффективного контроля на внешних границах Шенгенской зоны и для обеспечения свободного передвижения людей на территории Европейского Союза. В рамках конференции на Западном дворе Нарвского замка департамент полиции и погранохраны продемонстрировал свою технику жителям города. Люди с интересом рассматривали пограничный вертолет и технику для проведения наблюдений и контроля. А также патрульная собака по кличке Яс под руководством своего хозяина, старшего констебля погранохраны Урба Вогт, продемонстрировала захват преступника. Дети с интересом наблюдали за происходящим. После борьбы ребята смогли погладить и поиграть с Ясом.